Всем привет, ребят. Мы на канале Margolis Channel. Продолжаем проходить Beast Inside. Собственно, добрались мы до дома Марии. И надо его обыскать, как говорят. Окей. Ищем по записочкам. Теперь я не знаю, что думать. Мой дед, правда, как-то навредил Марии, поэтому она так и не любила нашу семью. И ведь она сказала, что выложит всю правду, но при этом не упоминала никаких серьезных улик. Она правда видела, как мой отец кого-то убил, или была готова на ложь, только бы отомстить ему. Я столького не знаю. Ха. Недолго Хайдам осталось. Они пожалели, что зажили несчастную пару баксов, когда мой непутевый муженек двинул кони. И я же не просила о многом. Я простая и скромная женщина. И ни гроша не увидела, хотя их семейка мне ой как должна. Еще с тех пор, как тот старый хрыщ, отец Джейкоба, меня так ударил, что довел до выкидыша. Сегодня здесь будет тот детектив, я ему все выложу. Он и сам чувствует, что это гнилые люди, и теперь еще и сможет это доказать. Спасибо, Господи. И дверь открылась сразу же. В опочивальню Маруси. Кстати, у нее довольно-таки большой дом. Тут до хрена, мне кажется, опять будет спойлеров, скримеров. Вот, пожалуйста. Ты как ты смеешь сюда являться? Убирайся именем Христовым, изыди, дьявол. Бабулька-то бешеная католичка. Убежать. Окей. Давай бежим. Я бы принял бой от бабки. Надавал бы ей. Поща. Чёрт. Прежде чем уходить, надо поискать какие-нибудь записи. Вдруг Мария писала о произошедшем. Найти все записки Марии. Главное не попадаться ей на глаза. Угу. То есть как с этими, короче, да, походу? О, отец не только не выплатил компенсацию, но еще и натравил на эту бедную женщину Нортона, судья Нортон. Угу. Неудивительно, что нас окружали враги, а не друзья и соседи. За ничего. Даже парой пени не дал жадный упырь, еще и напустил этого судью. Я, понимаешь ли, пожалею, коли буду их донимать. Ну и чего мне делать? Этот старый алкаш, не упокой Господь его душу, отказался от компенсации в контракте. За пару бутылок уж я-то знаю, но пугайте, не смейте. Я сказал этому судишке, что я все знаю. Взрыв был убийством. Хайды всегда чего-нибудь замышляют. Никогда не забуду, что мне сделал папаша Джейкоба. Теперь вижу, что сынишка еще 100 раз хуже. Пусть себе смеется, я им это не спущу. Это засчиталось за записку или надо другие искать? Они как-то по-другому должны выглядеть или что? Не очень-то тебе не избежать наказания, Господня, твои грехи будут чего? Обличены. Не жирновато бабулька в таком особняке тусоваться. К тому же у нее муж только на шахте работал. Я так понимаю, бабка будет ваншотить, короче, да? Спички. Предмет добавлен. Ну... Так, еще вон записка. Черновик письма Марии к детективу. У моего отца был еще один сын. Это какой-то бред. Думаю, я бы заметил, что мой брат живет в одном доме со мной. Может быть, старушка и правда свихнулась? Не могу уследить за ходом ее мыслей. Секрет Хайда – зверь, который куда-то вытаскивает людей, запертый ребенок. О каком звере она говорит? Старая карга совсем сошла с ума? Или в этом лесу действительно что-то скрывается? Тут ничего. Мистеру Уолтону Гилману. Уважаемый господин, я видел ваше объявление о поиске пропавшего без вести Джона Нортона. Может быть, я и простая крестьянка, но богом не знаю, кто ответит за его исчезновение из-за взрыв в шахте, в которой погиб мой муж. Я сказал все шерифу, он только посмеялся и сказал, что я спятил от горя. Я расскажу вам все, но только лично в моем доме, потому что это единственное место, где мне зачеркнуто
Спокойно. Когда вы узнаете тайну Хайда, все переменится. Они хорошо все скрывают. Но я сама видела. Я видела, что вылезало по ночам из их подвала. Существо, покрытое кровью жертв, дикое, совсем не похожее на человека. Наверняка это выродок старого Хайда. В этой семье всегда жило с чудовищем, теперь она выбралась наружу. Я знаю, куда она утащила своих жертв. Она забрала их туда. Вы должны прийти и выслушать меня. Наверное, должно быть написано «Вы должны прийти и выслушать меня». А пока не стало слишком поздно. Идите вдоль реки, которая сразу же за шахтой. Мой дом рядом с болотом. Искренне ваша Мария Хейтс. Вот, теперь мне нужно переписать письмо и отдать ему зачеркнуто. И когда он придет, я расскажу про секрет Хайдов. И я расскажу ему зачеркнуто о войне, что у старого сукина сына есть еще один сын, который никто не знает, потому что второй ребенок всегда был заперт. Он носит цилиндр и маску. А, возможно, это тогда брат типа отца главного героя, что ли? Предмет добавлю. Типа они близнецы. Не, ну слушай. Интригу прям. Накручивают интрижку. Бабка будет резко, да, выскакивать? Что такое? Чё это такое? Порвали. Кто-то пытался задушить её чётко. Может быть, если грешишь глазами, выдави их. Юмористка. Так, ну главное вот прям... Никакую записку ни одну не пропустить, иначе будет нехорошечно. Обошел, получается. Че, дверь заперта, я не могу взломать замок, а Мария всегда хранит ключ при себе. Ну, ее надо замочить. Может, я смогу его украсть, если буду рядом. Я смогу здесь выйти, но сначала нужно обыскать дом и найти оставшиеся записки. Так подожди, мне ключ искать или записки? Записки. Что искать тебе надо? Записки или ключи? В смысле, за бабкой охотиться. Первая записка женщины с болота. Это только первая. Я и подумать не смог, что отец не станет выплачивать компенсации после того несчастного случая. В шахте добывали дни золота, и мы не ворочали миллионами. Но мне кажется, помочь всем семьям пострадавших мы все же могли. Ничего. Читаем. Черт бы побрал этих хайдов, семья подлецов, Матери Божьей, Дева Мария. Только ты сможешь меня понять. Я хочу быть хорошим человеком, всегда хотела, но не желала зла этим сукиным детям. Выше моих сил. Я не буду подставлять им другую щеку. Когда случится взрыв и моего пьянчугу заварило камнями, я просил лишь маленькой компенсации, что я получил взамен. Какая по счету? Украсть ключи у Марии. Последняя записка. Пора уходить. Это необычный заброшенный дом. Здесь произошло что-то ужасное. Я чувствую это зло. Ну, хорошо. Нужно поскорее отсюда убираться. Надо смотреть, как бабки подойти. Сейчас, ну, тут можно встать. Посмотрим, где она ходит. На картах подойти к ней. Хорошо. Где бы сохраняночка не помешала? А где бабуля? Они.
Спалило. Надо как-то сзади к ней подойти. Блин, будет не очень, если заставят опять замок взломать. Время надо занимать. Быстрее. А вот так вот, вот в эту сторону. По идее, бабка перемещается как сталкер по определенной траектории. Соныкаться вряд ли от нее можно делать. Такое. Ну, в смысле, не по шкафам не получится, вот оно. Здесь она задерживается. Сейчас тащу. Это можно? К ним добраться. Блин. Повезло. Она почему-то перестала за мной гнаться. Молитва. Ладно, принесли. Молилась. Маруся. Маруся. Она гремит этой... Ходилом. Я думаю, как забраться на второй этаж обратно. Блин. Здесь засчитали то, что я ключ у нее забрал. Будет очень хорошечно. Ну, я знаю, в принципе, где ныкаться, если что. Бля, опять все заново. Так, надо запомнить, короче. Все проще гораздо. Ключ тащишь и он туда. Тупо стоим, ждем его. Она по-любому пройдет именно здесь. Нет, увидела. Значит, ждем, пока она не уйдет. То есть она останавливается в определенных точках. Первая там, вторая за комнату. Все понятно, главное это все правильно сделать, просто чётенько так. Чётенько так. Да. Ну, блядь, в дверном проеме застрял. Дурак. Кстати, я вообще отсюда смогу забраться потом? Нет. Куда туда идти? Когда Машка идет своим шагом, мне до нее не добраться. Она слишком быстро ходит. Поэтому надо ждать именно в тех местах, где она останавливается. Сейчас тут притормозит.
Ну, надо додумать, короче говоря. Как добраться туда? Нам не надо. Ну, нет. Блин. Если на второй этаж тогда. Да, блядь, что ты спички-то зажигаешь? 300 лет они у тебя упали. Надо думать, как на второй этаж попасть. Нет, сейчас зверь. Сзади, да, где-то? Эй! Это начало дома. Я знал эти двери, я сюда заходил. По-моему, не сюда. Их. Сука. Попала. Да твою мать. Блин, а где тогда этот? Та самая дверь-то где она находится? Куда мне ключ применить? Ключ стащить вообще не проблема. Применять-то его куда? Че она в обратку пошла? Дура. Видимо, поторопился. Ну зачем мне тратить время на взлом этого замка? Я не пройду. Вот в эту. Вот сюда куда-то же. Понятно. Вот он и ключ. Все, значит мне вот в эту комнатушку. Он не так. Я просто сейчас Машу обуем аккуратненько. И в тело. Ну давайте уже иди. Так, даже заныкаемся. В прошлый раз меня тут спалил. Печки, блядь, зажигают какие-то. Во. Во. Ну и закроемся. Ну всякие. Не думаю, что тут Маруси прямо ходу есть. Просто, по идее, мне нужно, да, выбраться из дома и все. Задача-то проста.
А задача-то просто. Херак. Херак. Чё застрял? Зачем подожди, полезть? Нет, не запрыгнуть не надо. Я что было? Точно. Тут небезопасно, мне нужно выбираться из этого проклятого болота. Логично. Закроем дверки. Хотя Машка, наверное, выскочит из больших дверей. Вторых. И будет мастурбировать распятие. Я не успел смотреть, но все равно ничего интересного. Маруська, полуденец. Полуденница наша. Что ты видел? Говори. Попи бабку. Кто убил тех людей? Кто взорвал шахту? Что за секрет хранит моя семья? Говори. Это был не старик Хайд, детектив ошибался. Это он убийца, он сам дьявол. Детектив убийца. Подожди, детектив. Ты появляешься везде, где происходит трагедия и кровопролитие. Логично. Стоять. Слышишь меня? Пройти за человеком в маске. Кто ты? Ради всего святого. Если это был мой отец, то кто сделал? Кто он? Зачем он похищал и убивал людей? Как это связано со мной и моей семьей? Он там на лодке уже втарил вообще. Давай, за ним. Вам лодка дырявая. Вам так не кажется, молодой человек? Как медленно. Экшн. Глава 11. Я был на волоске от смерти. Проснулся в каком-то сраном колодце рядом с трупом, а еще обнаружил тревожные улики. Эмма вызвала шерифа, и я нашел его в машине доказательства того, что мы с Николасом Хайдом одной крови. С меня хватит гребаных загадок и манипуляций. Нужно разобраться, где выдумка, а где реальность. По-моему, там в записке как раз и говорилось то, что он не одной крови, а то, что он и есть Николас Хайд. Сынок жадного этого чувака, которого шахту взорвали. Который держал еще гостиницу. Убил Нортона. Бабе вот этой Маруське денег зажилил. Блять, нет, пожалуйста, нет, останови. Подняться на поверхность. А почему в машине-то вообще нахожусь? В какую сторону убираться? Эй, надо что-то нажать? А, стой. Камни надо подвигать, да, чтобы это открыть. Ну, первый раз придется подохнуть. Не успею я камни двигать. Эй. Он нажимает? Как бы, ну, он не нажимает. Больше ни хрена. Тут, ну, стоп-дово, тут ничего такого. Вот.
Конец. А, я не успел. Ну, не добрался. Это более четко, что ли, их толкать надо, я не знаю. Ай, тупость какая. Эти камни надо, наверное, растолкать, не знаю, по бортам, что ли, не знаю. Либо в одну кучу. Стекло-то посередине, правильно? Давай же. Пропускаем это говно. Тупое говно, тупого говна. Похищение, да. Переворачивается вверх тормашками, и не очень-то хорошо видно. Так вот, мусоропакеты, да? Все это можно распинать. Вот что? Блять, его будешь двигать или нет? Блять, его еще заносит в разные стороны, сука. Как уебански это сделано, пиздец. Да мне это толкать. Блять, такая тупая хуйня вообще. Сиденье. Я, получается, вверх тормашками в машине. Вот пакет. Мусорный, я так понимаю. Он закрывает проход. Че это говно на время? Мало того, что управление от этой всей хуйней очень неуклюже. Так еще, блядь, и не время ебанули. Сволочь. Будем пихать пакет пока. Пока нет. Не того самого. Они расчистятся. Так, в какую их сторону? Нет, не отодвинуть. Блять, его заносит, конечно. Ой, урод, интересно, блять, это дурацкое управление придумал. Я бы ему в глаза глянул. Вот здесь надо, да, стекло вот это отодвинуть. Я ж правильно понимаю. Это единственное, что, блять, отодвинуть можно. Рожать что-то может. Ну, как бы вот единственное две. Два мешка, которых я могу толкать. И, блядь, тебя носят как урода просто. Конечно, кошка-то просто так не открывается. У нас вот эта херня лежит. Ну, блять, заносит в разные стороны. Ты схватил ее, нет? Куда? Вот сюда. Пистолет. Дайте ствол. Ствол давай. Чпок. Все, и на выход. Домик теперь свободен. Та-дам. Но это нынешнее время. Не альтернативная реальность, походу.
да? Или нет? Не, альтернативно. Твою мать, я не думал, что он такое способен. Ключами, телеграммами все не ограничивается. Он хочет от меня избавиться. Эмма, она осталась дома. Нет, слушай, это нынешняя реальность. Пойдем обратно к жене. Он его увозит, тот к жене. Он его в шахте запирает, тот к жене. Кто кого, короче, перевезди. Да, наверное, наверх. Дом, Эмма, еще чуть-чуть, я смогу, я обязан. Да, чувак, ты обязан. Нужно его защищать. Он, наверное, как гном таскает, короче, эту кирку вечно с собой за спиной где-нибудь. Его никогда не показывали, ни в зеркале, нигде, значит, у него еще там есть колпачок. Это я их уже видел. Ты чё так медленно? Что происходит? Откуда доносятся эти звуки? Пока только на клавишах долбит и медленно пилит по этим, по как по виолончели. Какие еще звуки? Прошлое, будущее. Переключается постоянно. Эмма, где ты? Найти Эмму. Да наверх. О, она где еще? Мастурбирует распятие. Да когда? Жена. А жена. Жена. У них мерзкие картинки. Поверить не могу, я опоздал. Блять, он ее забрал. Я пришлось с ним драться, я оставил тебя на милость этого говнюка. Эмма, я должен был остаться с тобой. Должен был тебя защитить. Да, чувак, она говорила тебе об этом. А ты тупой мудак. Ее утащили. Не, ну если бы главный герой не тупил в подобных фильмах, играх, они бы заканчивались через 2 минуты. Тупость, она всегда так. А, может быть, в подвале или на улице. Да, давай в подвал. Главное, я утащил. Наш подвал? Зачем? Действительно, зачем? Может быть, она ее там дрючит. Можно не переживать, она все равно не залетит. Она уже беременна. То, что залетело, залететь не может. Так, ну нам туда, в эту херню, там где ползал чувак. А я вот тут кирпичной кладкой, кстати, не помню. Они пошли сюда, он не знает, где этот дом лучше, чем... Он знает этот дом лучше, чем я. А я вот тут, кстати, кирпичной кладкой не помню. Эти сатуэточки какие-то. Шахта. Да. То есть их шахты. Можно добраться домой спокойненько. Диктофон? Да. Пик. Глава 12. Я совершенно потерял нить происходящего. Если человек в маске не мой отец, а его убийца, тогда кто он? Кто мучил всех этих людей? Возможно, у моего отца был другой сын. Выродок, которого он потерял от мира, прятал от мира. Пора, наконец, сорвать маску с его лица. Я так понимаю, с лица выродка. О, добыл. Только очень медленно. Чел маски прям чик-чик-чик. Плавал гораздо шустрее. А ходит он медленно. Кто ты? Ты больше меня не обманешь. Сегодня все закончится. Не факт, что все закончится. Мне кажется, это его заебы какие-нибудь. Он как этот, как пес за хвостом бегает.
Нет, нельзя. Ну, двигаемся тупо наверх, скорее всего, в какой-то особняк, либо в гостиницу. В гостиницу папашки. Локации-то небольшие, тут, по сути, должны быть. Ну, в смысле, третий вряд ли будет. Шахта, гостиница, дом. Ну, дом Эммы не считается. Персонажей тут, кстати, тоже немного. Судья, папаша, сын. Ну, альтернативный там. Муж с женой. ЦРУшник, который трусы нюхал. И нет, которого не видно. Но здесь мы с Нортоном разве не бились? Ну, я же говорю, гостиница. Туда мы стопудово. Вот, гостиница. Гостиница же была отцовского. Отцовская. Значит. А, понятно. Как такое возможно? Что со мной происходит? Пройти вглубь пещеры. Тут встать даже никак. Придется на картах ползти. Да? А нет, смотри-ка, можно. Судья Нортон. Почему я снова его вижу? Это пытошно. Несчастный старый плут. Я всегда плохо к тебе относился. Нортон, но не настолько. Это был он, Джейкоб. Это был он. О, в шахте. Тоже был он. Я вытащу тебя отсюда, а ты мне все расскажешь. Держись. Сюда, за мной. Все, у Кондрабу убили его. Черт возьми, он вернулся. Брат-близнец стопудово. И руки он не подал. Снимай маску. Прототип Урхиза, блядь. Все? Куда мы? В какую сторону? Не говорите, что назад. Опять симулятор ломанин. Че его? Я же говорил тебе, щенок. 100 раз говорил, не приходи сюда. Это работа для взрослых мужчин. Они спускаются глубоко под землю, сверлят и потеют в темноте, добывая руду. Ты им только помешаешь. Почему я это все вспоминаю? Я должен выбраться отсюда. Выбраться из шахты. Гостиница, шахта. Потом какой-нибудь домик будет. Ладно. Ну тут опять по кругу надо бегать, что ли? Вы серьезно? Сколько можно? Блять. Девочка. Ликер. Вниз? Так, она была внизу, по-моему. Блин. Ну это опять по кругу. Опять будем делать то же самое, блядь. Право, лево. Прямо пойдем. Либо просто все время вниз падать. Ну да, короче, куда ты не пошел, ты все время. Так, тут. Все. Падать ниже некуда. Доски. Опять симулятор отрывания.
второе. В смысле, ты что, я не дотрывал? Блять, походу кирку просрал. Дайте кирку собрать. Я ее взял, да? Хуй знает, может пригодиться еще. Гостиница. Понятно, сейчас, короче, всякий сёр будет происходить. Ты правда хочешь сидеть в темноте, тебе что нравится нарушать правила? Побать. Спасибо, отец. Я больше так не буду. Да теперь, наверх. Пока не видно, вот, чувак. Наверх тебе. Вниз. Газетная вырезка. Бывали дома Джейкоба Хайда была обнаружена пыточная. В ней могли держаться не только Нортона, но и других бесследно пропавших в окрестностях Блэктона за последние годы людей. В одной из комнат был найден сын подозреваемого, Николас Хайд, но его душевное состояние не позволяет провести допрос. Юный Хайд, лишенный связи с внешним миром и, вероятно, этим травмированный, был немедленно доставлен в психиатрическую лечебницу в Провиденсе. Шериф надеется, что после выздоровления юноша сможет сказать, где его отец прячется от правосудия. Ясненько, блядь. Понятненько. Так, ну это как мой кабинет. Строение такое же. Вот комната. А почему-то тут по вот этому участку узнал. Здрасте. Пожалуйста, если тут с ума, если ты меня не выпустишь. Извини. Не извиняйся, Николас, извиняться будет он. Что? Кто здесь? Мы должны помочь друг другу. Весь мир против таких, как мы. Это только моя вина. Нет, не твоя. Это вина. Это их вина. Они заплатят. Твой старик и остальные. Нет, нет, нет. Нельзя так думать. Нам можно все, с тех пор, как он сказал, что ты разрушил его жизнь и начал запирать тебя здесь. Это я заслужил. Он ей изменял, ты в курсе, а еще не хотел, чтобы ты рождался. Это самый ужасный ублюдок, самый уважаемый ублюдок Блэкстона. Хватит, ты пудришь мне мозги. Пора отомстить. Первым делом расклиначим шахту. Что скажешь? Не знаю, где старик хранит ящики с динамитом. Сюда, это мой шанс. Я не вижу ни хрена. Куда идти-то? Наверное, сюда. Ну, как часто такой сюр бывает. Это к коридорам носишься, как дурак. Ёбаный сучёныш. Отец, я же ничего не делал. Держись подальше от моей гостиницы, Николас. Не отпугивай постояльцев и из комнат не воруй. Я никогда, богом клянусь. Ты смеешь упоминать его имя Суи. В твоем сердце нет Господа, мелкий засранец. Сказал жулик с куском говна вместо сердца. Из гостиницы пропадают не только вещи, но и постояльцы. Ты должен был помогать мне, а не создавать проблемы. Проблема – это люди. Если ты не поймешь, когда наконец разложишь глаза. Пришла пора открыть огонь. Горим. Выбраться из кабинета. Ты вернулся, Николас? Ты знал, что тебе не избежать наказания? Отец, как такое возможно? У него в члене нож, что? Взорвал мою шахту, убил всех этих людей. Джон был прав. Не подходи, держись от меня подальше. Побежали. Побежать от Джейкоба.
Я подох или нет? Да нет, вроде упал на этаж ниже просто. Падал бы себе спокойно, да и все. Все, гостиница горит. Надо драпать. Ага, не сюда. А вот сюда. Сориентировался по-быстренькому тут. Наверное. Да батя там заяришь. Бухой пришел с работы. Хочет ремня дать сынульке. Ну толкайте, рахидран. А, наверное, сюда куда-то. Обежать. Угу. Да. Вниз. Так, я на первом этаже, кстати. Рядом с холлом. Прям вот вообще неподалеку. Топориком. Топориком сейчас разрубим. Доски погоревшие. Или на батя. Все, прорубил. Битва с батей-то будет? Ну, та вот, та самая, короче. А, нет, смотри-ка, это не батя. Джейкоб Хайт, короче говоря, получается не убийца. Мой отец мертв, но пытался убить меня. Представляю, насколько безумно это звучит, но я не сошел с ума. Это случилось по-настоящему. Гостиница, пожар, отец. Я вновь ощутил себя ребенком, которому порвали в клочки душу, а затем небрежно сшили их, заставляя страдать, бесконечно страдать. Я чувствовал себя так лишь рядом с отцом, поэтому уверен, что это снова был он. Сейчас я в подвале, мне удалось сбежать и спрятаться, но отсюда нет выхода. Или есть? Я слышал за стенкой какие-то звуки. Погнали. Это все за правду. Лицо зверя. Дишки дали. Что для них? Вперед. А, ну. Значит, я от бати спрятался. И за мной убийца. Что происходит? Откуда доносится этот голос? Это все на самом деле происходит. Эмма, где ты? Так, ну, в реальности переключается, короче, между собой. Похоже, я выжил из ума. Батя. Ну или этот хер в маске. Не разглядел кто. Надеюсь, я не по лабиринту бегаю. Этот голос, он настоящий или мне мерещится? Жижа, чёрт. Слышу то, чего на самом деле нет. Ну да. То вверх, то вниз. Нет, не сюда мне. Может, зеркалом надо уткнуться? И тут словно пути назад нет. Наконец-то мы себя увидели. Современность, насколько я понимаю. Или нет? Ключик. Это то, что у Маруськи, да, вроде тиснуло? Или нет?
Все кончено, тебе не уйти. Слышишь, тебе не уйти. Я знаю, что ты натворил. Я шел по следу твоих преступлений. Ты был везде, где ты проливал кровь. Но кое-что до сих пор от меня ускользает. Почему? Я не понимаю. Погибло так много людей. Говори, объясни мне, почему. Вопрос в том, почему это сделал ты. Он причинил тебе боль, знаю. А я открыл тебе глаза, и ты увидел отражение своего отца в каждом человеке. Мир полон зверей в человеческом обличии. Невинных нет, зло прожирает их совесть, как рак. Кто ты такой, чтобы решать, заслуживают ли они смерти? Они точно не заслуживают жизни. Они? Просто подумай. Партнер твоего отца – это старый упырь, мечтал избавиться от нас. Детектив, стервятник, пытавшийся на трагедиях простолюдинов. Мария, вдова шахтера, озлобленная изуверка, желавшая окружающим всего наихудшего. Наконец, наш последний персонаж – судья. Попугай – отъявленный негодяй. Видал и похуже. Верно своего отца. Настоящий братчик – это небольшой общин. Я знаю, они были плохими людьми, но то, что с ними нас сотворил, я нас защищал, разве ты не понимаешь? Я спас тебе жизнь. Либо ты просто кровожадный садист, который ищет вину других, чтобы не замечать собственную. Знаешь, что ты без меня делал? Сидел бы в сраной темноте. Старик бы ссал на твою могилу, а ебаный Блэкстон до сих пор кишил паразитами. Возможно, но это не оправдание. А мне оно и не нужно. Выбор прост. Позволить паразитам размножаться и захватить мир. Или уничтожить их, чтобы защитить немногих праведников. Тебя назовут психом, но что с того? Должен быть другой способ. И какой же? Что, моешь руки, спрячешься от человечества в сраной пещере? Снова рехнешься, как в прошлый раз? Будешь рассказывать докторам, что ничего не помнишь? Серьезно? Если избавишься от меня, они раздавят тебя, как жука. Думаешь, просто щелкнешь пальцем, меня тут же не станет? Нужно одеться, принять истинное обличие, отвергнуть злую сущность. Ну, давай злую сущность. Тебя не станет, потому что ты зависишь от меня. Ты меня предал, ты разрушил мою жизнь, и этого не изменить. Почему ты станешь очередной жертвой? Надеюсь, последней. Он, короче, типа, ну не двойника своего он убил. Свою личность, типа. Как ваше самочувствие? Что случилось? Почему я в больнице? Потому что ты идиот. Вы каждый день задаете один и тот же вопрос, и это веская причина держать вас здесь, верно? Моя жена Эмма, она... Говорим о вас, сосредоточьтесь, пожалуйста. Я с Эммой, мы ждем ребенка, и какие-то люди пытаются... Да. Не был он с Эммой никогда. Это двинутый пацан, короче, еще... Его как закрыли в дурдоме, там он так, наверное, провалялся. Теории? Каких теорий? О произошедшем Блэкстоне, о произошедшем с вашей женой, о том, что натворили они. Я был там, они нас фотографировали, ставили ручки. Я уже несколько месяцев задаю ему вот этот вопрос. Но спрошу еще раз, кто такие они? Я тоже один из них. Месяца. Они сказали промыть мне мозги. Они это красные русские коммунисты. Называйте, блять, как хотите. Идет сраная война. Какие из служб с вами связывались? Возможно, мы могли бы... Погоди-ка, кто тебе платит, ублюдок? ГРУ? КГБ? Быть может, это освежит вашу память. Говорил с Дэвидом. В наших рядах советские агенты. Любой может оказаться шпионом. Даже близкий друг или член семьи. И?
Возможно, она всегда мне врала. КГБ называет таких женщин ласточками. Они соблазняют американцев, чтобы добыть информацию для советской разведки. Неужели любовь так сильно меня ослепила? Она не признается, но я не позволю ей дальше меня дрочить. Я сделаю то, что должен. Ты подделал запись. Что ты делал с моей женой? Признайся, реженый жулик. Кто ты на самом деле? Эти вопросы задаете не вы, а болезнь. Мания преследования заставляет вас со всеми, во всем сомневаться. Попытайтесь успокоиться, ответить самому себе, кто вы, Адам или Николас, которого вы назвались в прошлый раз. С кем я сейчас разговариваю? Долбанулся, я знаю, что КГБ шло за мной по пятам, я уничтожил ваши передатчики, и это, сука, не больница. Ты хочешь выбить из меня информацию, тебя больше ничего не волнует. Сестра, состояние пациента снова ухудшилось, дайте ему 400 вольт. Как гуманно. Треть. Ну, то есть он всегда был. О, опять его. Прохуячило. Надо поменьше его током бить, а то его глючить начинает. Так это ж просто заёб уже, но он свой никогда не убивал. Теперь я вспомнил. Действительно. Действительно что? Я болен? Эмма была шпионкой. Нет. Я уже понял, да, что я двинутый сукин сын. Эмма была невиновной, а я считал, что она сработала на советы. Я убил свою жену. Я убил ее. Мы наконец-то продвинулись, Адам. Расскажите мне все еще раз с самого начала о своей работе и... Адам? Адама больше нет. А есть кто? Конец. Чемодики с пищей были показаны. Эта война закончилась, но будут и другие. Кончик. Ну, я так понимаю. Я так понимаю, то, что его выпустили из больницы, наверное. А может быть и нет. Ну, просто до хрена, конечно. Новая игра. А я по эпизодам могу что-то выбрать? То есть заново все проходить, если ты хочешь посмотреть другие концовки. Ну, спасибо, но нет. Короче, если бы я выбрал то, что моя жена шпионка, он бы сказал дать ему еще 200, ну там 400 вольт и все. Ни хрена она не шпионка. Окей, там еще один вариант. Если ты выбираешь злую сущность, ну там можно на ютубе, короче, глянуть, какие есть концовки. По игре, короче, что, игра-то, в принципе, прикольная, но вот конец самый, я что-то не очень понял. То ли он остался в дурдоме лежать, то ли книжку сел читать Адам. Немножко намешали каши. Начало игры, в принципе, прикольное, а потом, ну, такое себе. Но игра в целом неплохая.
неплохая, как бы, ну, такой среднячок, как бы, прошел и забыл. Думаю, то, что торренты тут в помощь, короче говоря, как-то так. Ладно, все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи!